Ну как вам объяснить это? Запечатление. У них трое детей, что ли, да? Мгновение запечатленное. Фотография. Фотография. Картина. Ну, память. Да. Воспоминания. Ну, точнее, фотография, а бывает еще более ласкательная. Как называется? Фотография это официально. А еще есть. Снимок. Нет. Фотка. Тоже фотка. Фото. Фоточка. Фоточка. Так, а теперь это. Эти, которые ходят вот в этих. Павлины? Люди. Вот эти. У них с перьями. Шаманы. И эти. Кстати. Эти. Индейцы. Индейцы. Да. А вот этих. Дерево там такое. Ну угадал же, угадал. А он угадал. Родня! Сразу породу-то. У Миши, ты куда делаешь? Так, а теперь, значит. Помните, у Катаева есть такая сказка еще. Ну, в общем, девочка пошла за земляникой. 12 месяцев? А ей не хватало это... Кувшинчика. Нет, кувшинчика. Дудочка. Дудочка, правильно. А теперь, значит, про... Чем определяется тяжесть? Килограммы. Килограммы дальше. Тонны? Поменьше. Граммы. Граммы. О, видишь, грамм. Парень-то. Парень-то. Да, не мозги. Не только он в Википедии смотрит, у него и самого мозга крутится. Так понятно. Так, это составляющая куриного яйца. Желток. Ой-ой. Правильно. Вокруг меня летит, летит. Обычно повязку из какого материала делают? Бинт. О, марля. Ай, ай. Самый распространенный корнеплод. Картошка. Молодец. Смотри, вообще не глядя. По блату прямо. Короче, допустим. У меня мозг отключился, подожди. Да. Это еды много в организме. Я не знаю, почему я не могу его объяснить. Короче, есть стоимость, есть. Цена? Да. Блиц. Слушай, да, прикольно. Так, теперь, Людмила. Я не буду.